Значит, продолжаю рассказ про Паттайю. Сейчас мы зайдем в магазин, называется Family Market. Здесь везде есть, значит, магазины «Семерка» и Family Market, в котором продаются товары вообще доступные. По-моему, они работают круглосуточно. И здесь можно все купить. И лекарства, и от температуры, и от носа, стриптисы. В общем, очень удобные магазины. Водичка, мороженое. В общем, товары первой необходимости. Они пользуются очень спросом большим. И, конечно же, это очень-очень удобно. Да, 24 часа они работают. Вот, и расчески, и тарелки, и лекарства. Сейчас мы выберем что-нибудь себе попить. Вот здесь вот зубные пасты. То есть они такие достаточно маленькие магазинчики. Но все у них комфортно. Вот, смотрите, допустим, если приболел. Так, здесь я не вижу вот какие-то... А, это в нос дышать. Тигровые бальзамы. Причем цены здесь вполне хорошие. Шампуни, средства от солнца. А, вот здесь вот, наверное, кобра. Сейчас посмотрю, стрептиз. А, вот ихние по 29, как называется? А вот эти вот от горла с лимончиком по 29 бат. Вот эти такие штучки от кашля по 15. В общем, достаточно, в общем, все, шоколадки. А, вот еще, вот эти вот тоже леденцы от горла, насколько я не знаю. Ментоловые, всякие разные. И тут же всякие лекарства я где-то видела. По-моему, тоже в этой степи. Так, так, так. Внизу всякие пластыри. Наверное, я пока еще не нахожу. В «Семерке» точно есть. Здесь пока не вижу. Что, ты взял сейчас манго попьем? А давай еще такую обычную воду. Сладкая же вода слишком. Обычные водички. Может, нам манго взять с собой? А куда, запихаем еще? Ну да. Ну давай возьмем, возьми с собой еще. Юре очень понравилось здесь манго. Юра, а что ты? Бери пока манго и воды обычные 0,5. Туда, вовнутрь. Да. Ну все, и еще возьми водички попить. А, ну вот они всякие. Да-да-да, вот они. Нашла тут в другом месте вот эти вот. Это если ты заболел, сразу выпиваешь. 7 рублей стоит и парацетамол. И тут всякие сиропы от кашля. Детские, и с парацетамолом, и всякие разные. То есть магазин очень-очень удобный. Так, Юр, давай мороженого возьмем нашего любимого. Мороженое стоит 10 бат, нам оно очень нравится. У него такой 15 бат. Леденцы всякие разные. Народу ходит много сюда. Лед, кто любит со льдом. Видите, отдельно лед стоит замороженный. Всякие фрукты, дуриан, мороженое, прокладки, шампуни. В общем, все есть в этом магазине. Хотел сказать, что вот мы так в Москве иногда покупаем. Манго? Сок манго, да. Ни в какое сравнение не идет именно с этим соком. Ну, понятно, где идет. Настолько другое качество. Ясное дело. Столько сахара ложат в наш сок, это просто непостижимо. Угу. Кстати, у них очень хорошая вот эта вот зубная паста такая по 55 бат, отбеливающая. Вообще, качество товаров в Таиланде очень-очень впечатляет. Поэтому мы с собой взяли дополнительный багаж, и он получился полный, потому что хочется особенно нам женского пола. Юра меня ругает, а мне и маски, и косметика, и шампуни, и для лица, и все хочу-хочу. Он говорит, куда-куда, вот в итоге два полных чемодана. Да, Юрочка? Угу, вот, мороженое взяли и сок. Давай. Так. Только леденцов только. Ну что, посмотри, вот еще все. Вот так вот мы отдали всю мелочь свою. Осталось у нас вот такая, вот столько денег. На, Юра. Все. Да, это что? Это все наша сдача. В общем, это на развод. Надо пойти в море кинуть монетку, чтобы вернуться сюда еще. А это что такое? Ну, у них не национальные те. Все. В общем, все. Вот такой обзор у нас получился. Это Family Market. Сегодня народу никого, потому что еще утро, мы сегодня уезжаем. Все, да? В общем, здорово. Кто не успел, ночью могут сбегать сюда, докупить все.
такие отделы замечательные. В общем, все есть. И стаканы, и скотчи. Да, Юра? Ну, вот и подушки, смотри, даже подушки для сна. Я уже про это рассказал. Молодец, умничка. Ну все, выходим. Да. Тут же, допустим, кто что забыл, купальник, тоже все это можно купить. Тут же, пожалуйста, обменник. А смотрите, какая сегодня, какая шикарная погода, и как не хочется уезжать. Все, пойдем к друзьям нашим в бассейн сходим и покушаем мороженое. Таиланд, на самом деле, это сказка. Как замечательно, что для нас, русских туристов, эту сказку открыли, и мы теперь имеем возможность сюда ехать. Тем более, отдых здесь абсолютно недорогой. Путевки стоят недорого, поэтому было бы желание, и по карману можно найти любой отель. Даже люди снимают здесь жилье. Ну все, вот это знаете, если смотрите YouTube, все всегда показывают. Подошел к концу наш замечательный отпуск. Все когда-то что-то кончается. Ну поверни сюда лицом-то, идет задом. Ну да, что-то кончается все, и хорошее тоже. И вот. В общем, заключение тому, что все было замечательно, чудесно. Погода отличная, еда отличная, массаж отличный. Все было только хорошо. Теперь осталось благополучно долететь до Москвы, до дому и начать свою трудовую деятельность. Для того, чтобы через год снова в январе вернуться сюда, в Паттайю, и классно отдохнуть. Все, спасибо, что были с нами. Всем пока-пока. До новых встреч. Подписывайтесь. Ну, кому интересно, подписывайтесь или просто посмотрите. Все, пока-пока.